Всем здравствуйте! Получила посылочку, хочу вам просто показать, что это достаточно большая коробочка, потому что там есть все-таки такие вещи, которые у нас для кухни, и они достаточно объемные. Там сковородочки, сотейник, все это по акции, которая у нас, по-моему, скидка была до 70% товара для дома. Вот я там кое-что заказала для себя и своих знакомых. Сейчас мы распакуем, посмотрим. Каталог хороший, используем купоны, используем в персональных акциях огромное количество распродаж и на многие-многие виды товаров. И по срокам годности, и для школьной коллекции, и у нас сейл с одеждой там все еще продолжался. Пожалуйста, вот это замечательная неделя низких цен на многие товары. Так что классно, закупились и будем продолжать закупаться. Ну давайте, откроем, посмотрим. Вот так все это выглядит. Посмотрите, это у нас все товары для дома. Там есть и по акциям со скидочками. И кое-что взяли просто из каталога. Посмотрите, как плотненько набито. Будем рассматривать. Все мы хозяйки, все мы любим, чтобы у нас на кухне было красиво, замечательно, что-то новенькое. Тогда и приготовить что-то хочется. Сейчас отодвинем подальше эту огромную коробочку и будем доставать. Смотрите, такая сковородочка замечательная. Это уже повторная покупочка. Акции были вообще прелестнейшие. На сковородке со скидкой меньше 1000 цена выходила. И это с терракотовым покрытием. Там были разные покрытия, и авокадо, и оливковое. Кто что предпочитает для своей кухни, тот и брал. Диаметр 20 сантиметров, немецкое покрытие гриблон. У меня есть в ходу две таких сковородки, которые на 24 на 28 сантиметров. Я даже вам сейчас быстренько их покажу, как они в носке. Так, у меня должно быть две сковородочки, кстати сказать. Давайте посмотрим. Попалась крышечка. Это одна сковородочка у нас и плюс крышечка. Это знакомая заказала. Крышка уже была на по цене каталога. Универсальная крышечка здесь. Она силиконовая. Чем хороша, что любые температуры выдерживает силикон. И ручка также. Все это можно, то есть, ставить прямиком. Прямиком даже в духовку. Или там в микроволновку, или какие-то у вас шкафы есть, печи. Эта крышечка универсальная. Размеры сковородок подходит или кастрюлек 18, 20, 22. То есть у нас здесь вот 20 сантиметров крышечка на серединочку встанет. Замечательный. Плюс еще она подойдет для других емкостей. До 22 сантиметров. Класс. Отлично. Сковородки вообще, повторяюсь, по супер ценам шли. Разбирали, чем терракотовое покрытие лучше, что оно получается с тройным напылением. То есть оно более стойкое. Отличный антипригарный, безопасный для здоровья, не вредит окружающей среде. Цвет терракотовый, диаметр 20 см. Все. Толщина стенки, кому интересно, 2,3 мм. Толщина дна 2,6 мм. Высота 4 сантиметра. Так, ну-ка, где еще у меня? А, попадается сотейник. На сотейничке тоже отличные были цены. Этот я не буду открывать. Сейчас я вам быстренько покажу тот, каким пользуюсь. У меня прям целый набор собрался, я вам скажу. Сотейник 16 сантиметров, уже идет с крышечкой. То же самое терракотовое покрытие. Так, сейчас установим. А я буду вам показывать то, что у меня есть, чтобы у нас не портить упаковочки. Еще одна сковородочка. Также на 20 сантиметров. Видите, идут просто в таких вот полиэтиленовых пакетах. Ну, по крайней мере, все вот упаковано в плане, что картоночка, все на месте. Есть вот этот, как даже сертификат, я бы так назвала, тут
В этой книжечке представлены всякие виды, полностью как можно собрать набором, какие есть диаметры, как что, тут все указано. Так что таких две сковородочки у меня. Все, молодцы люди, повторяю, со скидочкой меньше 1000 выходило. Плюс у меня скидка была всего лишь 20%. Сейчас вам покажу сотейник, кто еще не видел. Вот сотейничек, это мой сотейник, он у меня в работе. Я периодически им пользуюсь. Замечательно фаберликовские полуфабрикаты, я бы так сказала, от Нечая Family. Очень хорошо здесь можно тушить и рис по-сицилийски, и пасту с томатом. Вот такие. Замечательно здесь тушатся продукты. Здесь нужно всего 530 мл жидкости. И в этом сотейничке очень хорошо получается вот эта паста. Вот этот объем тут запросто на всю семью можно приготовить. Сотейник вмещает в себя литр жидкости. Поэтому вот как раз рассчитывайте, что здесь 550 мл, предположим, воды нужно. И еще продукт. Вы добавляете, естественно, увеличивается в объеме. Поэтому для небольших вот кашку сварить, какой-то соус сделать. Замечательная вещь. Мне очень нравится. Плюс крышечка тоже все так вот надежно. Все крепко. Все достаточно, но не легенькое, потому что стекло. Я довольна сотейничками. Сотейник с терракотовым покрытием 119,94. Сковородочка 20-сантиметровая 119,81. Все вот эти кашки, супы, паста, перлота, все, пожалуйста, смотрите в Нечая Family Club. Замечательные продукты. По-быстрому готовятся. Вкусненько, со специями, со всякими суперфудами, типа клетчатки, обогащено. Сейчас посмотрим, что же у меня есть еще в запасе. И такой коврик. Смотрите. Сейчас опустим все же коробочку. Там у нас так, кроме коробочки, ничего не видно. Тоже я купила в распродаже этот коврик. Этот коврик уже для себя. Замечательный. Коврик для ванны. Для ванной комнаты. Бирюзовый. 58 на 39 сантиметров. Сделан в Китае. Артикул 910-271. Со скидочкой обошелся меньше 400 рублей. Взяла, не раздумывая, потому что уже я их видела воочию, эти коврики. Кремовый покупала моя приятельница, и я его имела возможность рассмотреть воочию. Очень приятный, очень хорошо носится, и с ее слов тоже прекрасный. И еще бы побольше бы размерчик, она бы взяла бы еще побольше. Ей как мне немножечко он маловат. Единственное ее нарекание, что немножечко маловат, побольше хочется размером. А так замечательно впитывает, очень приятненький такой вот он, бархатистый, немножечко такой вот ворсик. Я думаю, если у вас еще и котики есть, и котики с удовольствием будут на нем отдыхать. И приятный цвет такой, неяркий. В этом наборе есть еще шторка для ванной. Потом были комплекты для хранения зубных щеток, контейнеры для мыла, для жидкого. Можно приобрести полностью комплект для ванной. Будет очень красиво. В общем, я думаю, будет очень симпатично смотреться. Я довольна. Очень хороший коврик. Тем более за такую цену. Плюс он не скользит. Здесь вот чувствуется, как прорезиненные такие вот нити есть. Они не будут задерживать влагу, потому что они, видите, как сеточка сделана внутри. Такой вот поролончик какой-то, который мягенький, такой приятный ногам. И будет он же впитывать воду. И, я думаю, будет очень хорошо просыхать. И по отзывам под товаром очень хорошие рекомендации по применению. И, в принципе, моя знакомая тоже довольна. Теперь я буду его тестировать. Как обычно, я купила что-то
в распродаже, это в персональных акциях. Смотрите, какие классные, стильные обложки у нас следующего журнала Фаберликовского. Плюс, видите, у них новая фишка, они решили один каталог сделать по ценам с 20% скидкой. То у нас обычно для покупателей, да, цены указываются, а мы уже в зависимости от того, какой мы сделали оборот, у нас скидка отображается уже по мере формирования заказа. Здесь же, как вы видите, есть два каталога. Один представительскими ценами и один для покупателей. Так что можете сравнить, и кто еще не зарегистрировался, пожалуйста, видя такую классную экономию, можно зарегистрироваться и также получать со скидочкой. У меня есть ссылочка на регистрацию от 20%. Будете иметь, а можно и 26%, если будете делать оборот в баллах от 50%. Ну, супер! И для своей семьи, и для своих знакомых. Как раз-таки вы поймете потом разницу, в чем же фаберликовская косметика для дома. Уход за собой, чем же она лучше масс-маркетов и всяких других платформ. Чем же она отличается? И почему многие-многие, попробовав эти продукты, уже потом с ними не хотят расставаться? Смотрите, если вы будете регистрироваться с 29 августа по 18 сентября, то в подарок вы получите уже во втором своем заказе вот такой наборчик замечательных средств гипоаллергенных с минимумом СЛС и всяких вредных веществ, порошок универсальный, пятновыводитель, кондиционер для белья. То есть полностью вы будете укомплектованы, по крайней мере, на месяц замечательным таким набором. Так что присоединяйтесь, пожалуйста, и будет вам также и радость, и счастье, и благополучие. Ну что я хотела дальше вам показать? То, что я, опять-таки, на распродаже, которая у нас со сроками годности до сентября, сейчас идет уже до октября. Вот такой вот скрабик я взяла. За какие-то копеечки, по-моему, меньше 50 рублей. В прошлой распродаже я взяла вот такой вот суфле для тела, тоже малиновый мильфей. Классная, замечательная, прелестная, легкая текстура. И вот у меня в комплект будет теперь вот такой скраб для тела. Также от Beauty Cafe малиновый мильфей. Смотрите, какая вкусняшка, да? Как выглядит вообще. Как какой-то творожок. Наборчик у меня получается меньше 100 рублей. Пользуюсь я просто вот в удовольствии. И сам, и какие-то знакомые также с удовольствием будут использовать. Супер, супер. Смотрите, обязательно в персональных акциях. И сейчас там есть распродажа на серию Core. Взяла 3 штучки таких, потому что 100% найдутся девочки, мои знакомые, которые захотят также себе добавить кремику, еще вот такой скраб. Сделан апрель 2021 года. Совершенно нормально для средств, которые используете для очищения. Вот что еще хорошая вещь. Это нежное молочко для умывания. Доктор Кор. Для сухой и очень сухой кожи подходит. Бережно очищает кожу. Подходит для снятия макияжа. Увлажняет, смягчает кожу. Как же применять? Это средство смывается. Здесь получается все-таки, что нужно на влажную кожу нанести немножечко средства и помассировать. И потом смоете водой. Очень хорошо. Как раз это средство я больше всего люблю. Вот я не очень люблю то молочко, которое просто вот очищает и не надо смывать. Мне больше нравятся те вещи, которые я смываю, потому что все равно там хочется с кожи удалить полностью это средство. А уже потом наносите свой уход. Тонизируете, увлажняете или питаете. Так что классная вещь. Я думаю, также девчонки мои с удовольствием кто-то возьмет. Тем более тоже скидочка меньше 100 рублей. Эти средства, между прочим, они стоят подороже. Так, еще взяла. Это уже моя знакомая заказала. Вот она брала, кстати, для чувствительной кожи тоже была вот распродажа. Была мицеллярная вода для чувствительной кожи от Dr. Core. Боже мой, как ей понравилось. И вообще, вот многие вещи, которые вот взяли вот именно вот протестировать, я так называю, по маленьким ценам, люди потом приходят и говорят, мы хотим еще, дайте нам еще, пожалуйста, Татьяна Викторовна, такое же замечательное средство.
Очень хорошая эта серия, доктор Корр, очень. И для чувствительной кожи, и для сухой кожи, и антиакне берут. Ну, той воде, той мицеллярной воды не было, доктор Корр, для чувствительной кожи в продаже. Даже я вот по коду вбивала, не получалось у меня. Товар не найден, пишет, пока. Я думаю, потом появится. И я ей взяла вот водичку, вернее, предложила воду мицеллярную, какие можно у нас еще заказать. И она выбрала тоже с хорошим pH. PH очень такой щадящий, сбалансированный. Тут есть 95% натуральных компонентов. Не содержит парабенов, не содержит силиконов, этилового спирта, гипоаллергенный. Дата выпуска отличнейшая, июнь 22 года. Свеженькая, с пребиотиками. Супер, супер вещи. Вот кто брал, в принципе, нравится. И объем хороший. И всего стоимость 269 рублей по цене каталога, то есть еще дешевле. 300 миллилитров. Отлично. Я думаю, будет довольна она. Вот это тоже замечательная экономная покупка. Это у нас уже бонус при покупке. Шел HD Lash. Артикул 5568. С большой скидочкой. Такая замечательная тушь. Мало того, что и выглядит она симпатично. Давайте посмотрим. При покупке на 499 рублей можно было заказать такую тушь замечательную со скидочкой. И уже она получается меньше 200 рублей. Так что смотрите, обращайте всегда на это внимание. Бонус при покупке иногда дает возможность сэкономить огромное количество денег. Ну, огромное, не огромное, но существенно сэкономить. Потому что это стоит уже, наверное, около 300-400 рублей со скидочкой меньше 200. Ну как, неплохо же, неплохо. Так что вот, замечательно, я считаю. Обожаю, когда делаешь заказ какой-то основной, и в этот момент можно заказать что-то со скидочкой, с большой скидкой. Но чем не классно? Да классно. Так что, девчонки, не забываем, присоединяемся. Еще раз напоминаю, ссылочка на регистрацию в инфобоксе. Регистрируйтесь, самостоятельно можно регистрироваться, там вообще делать нечего. Тем более сейчас век у нас интернета, онлайн-покупок, все уже подкованы, все знающие. Так что, девчонки, минус 20% замечательно, я думаю, для каждого прекрасно, можно сэкономить. Дальше мы посмотрим, как сковородочки себя ведут спустя какое-то время. Так что вот дальше для хозяюшек есть возможность посмотреть на те сковородочки, которые у меня уже в быту где-то год. Надо сказать, что крышки я не покупала именно в Фаберлике. Я покупала вот такие. У нас есть магазины «Идея». Можно было там закупиться просто за копеечки в районе 200-300 рублей самая большая крышка. А так и около 100 рублей, если какая-то акция попадала. Но мы не о крышках, мы о сковородках. Вот сковородочка. Видите, полосочка. Это вот полосочка, это мой ребенок. Постарался, видите, как пряменько, что-то себе жарил и разрезал. Ну, по крайней мере, видите, как она выглядит. Сейчас развернемся. Можете оценить, вот как за год, в принципе, сковородка себя изнашивает, да? Как она выглядит. В принципе, вот донышко нормальное, донышко я периодически чищу, или средство у нас для плиток и духовок, или же, это вот чаще, иногда чищу средствами именно для металлических поверхностей. Покажу вам. Сейчас пока посмотрим. Так что внешне, в принципе, она нормальная. Ничего, ручка нигде не поплавилась, все не отвалилось, не шатается. Вот так вот выглядит сковородка, на которой вот я обожаю, это 28 сантиметров в диаметре. На ней я обожаю жарить там или котлеты, или какие-то мне блины нужны, такие блинчики, чтобы заворачивать побольше. Все что, и курицу что-то тут пожарить, есть такой большой объем. А в основном люблю те же самые котлеты жарить, чтобы это по-быстренькому. Потому что на 2-3 раза и у вас большая кастрюля котлет готова. Немножечко, да, вот подшоркивается, если так можно сказать, да, но если вот это неаккуратно, это все вот, конечно, где-то вот царапнули или ножиком, или в
принципе, для года носки, я считаю, нормально. И все еще, вот хотя есть какие-то, да, там щербинки, царапушки, все равно ничего не пристает. Еще одну сковородочку посмотрим. Здесь уже у нас объем 24 сантиметра. Этой даже больше пользовались, наверное, потому что на каждый день. Та же самая крышечка за рублей 120, насколько я помню. Здесь, видите, посильнее вот она подкоптилась. Ну, само донышко, в принципе, нормально. Немножечко, да, уже немножечко подоблезла. Но, опять же, из-за того, что мы, в принципе, без фанатизма относимся. Где-то могу и подчистить, где-то могу и шкребануть, и какие-то средства недостаточно щадящие использую. Но, опять же, я считаю, что для того, что эти сковороды, они просто изо дня в день в использовании, в принципе, для этого продукта нормально носится. Это, наверное, вообще года два ей в быту. Но большую я взяла чуть попозже. Опять же говорю, она мне очень ходовая, и я на ней много что жарю в больших количествах, если мне нужно. Так что, в принципе, я считаю, что нормально носятся эти сковородки. Что им, не вечно же им быть. И вот для сравнения сейчас покажу еще сковородочку от Тефаль. Просто для сравнения. Посмотрим, как же сковородка от Тефаль носится. Ну вот видите, тоже есть царапушки. Тоже она, в принципе, не идеальная, да? Но это, наверное, вот постарше будет сковородка, но это тоже у меня в быту. Она чуть повыше. Тоже она практически каждый день используется. Я просто к тому, чтобы посмотреть, да, вот покрытие. Ну, тоже ведь оно царапается. Опять же, то дети что-то, подростки делают, то мальчишки что-то там жарят. Но кто там будет какие-то там специальные силиконовые? Я уверена, что, конечно, это вот ножами. Туфлю на большой точно сынок ровненько мне половиночку разрезал, омлетик жарил. Здесь тоже детишки постарались. Я где-то, может, тоже, когда тороплюсь, что-то могу царапнуть. Для сравнения, да, что у нас фаберликовская сковородочка, что вот эта сковородочка примерно одного возраста. Так что я думаю, что это вот написано Тефаль у нас, Франция. И точно так же они, в принципе, носятся, и точно так же они портятся. Большой разницы я не вижу. Так что у нас, в принципе, фаберликовские сковородки, они не уступают ни тому же Тефаль и тому подобных марок этого уровня. Можно брать, можно запросто пользоваться, все замечательно, все прекрасно. Я, например, довольна этими сковородочками, поэтому вот маленькую еще взяла сковородку себе. И плюс моя знакомая, когда узнала, что еще цена такая дешевенькая, взяла себе с крышечкой. Сотейничек еще заказали. Жаль, что нет сковородочек большего диаметра именно в терракотовой гамме, потому что некоторые ждут, кто у кого есть и сотейник, и маленькая сковородка, она бы хотела на 28 взять вот с терракотом, но нету. Ну, в общем, вот так вот, девочки, примерно с вами пощебетали о том о сём, посмотрели, и сковородочки оценили, и для красоты оценили, что можно взять по дешевочке, да, и для ванны. Все у нас, все есть Фаберлик. Так что, девчонки, присоединяйтесь к нашей дружной компании, и будем вместе заказывать и наслаждаться жизнью. Всех целую, всем пока-пока, спасибо за просмотр.